Всем привет, ребятки! С вами Локи Бобо! И сегодня я вам покажу супер баг в Грэнни Чаптер 2! Но перед тем, как мы начнем, я вам кое-что быстренько расскажу, что я открыл канал на английском языке под названием Локи Бобо! И кто хочет начать учить английский вместе со мной, залетайте в гости! А также я не откажусь от вашей поддержки! Ссылочка на канал в описании и в закрепленном комментарии! Там, кстати, уже вышли видосики! Посмотри и English подучи! И, конечно же, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде мячика. Попробуй их найти и напиши в комментариях тайм-код всех 4 мячиков. И, возможно, именно ты попадешь в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки, и мы начинаем! Ребята, сейчас я вам покажу баг телепорта. Для того, чтобы сделать этот баг, первое, что нам нужно сделать, это попытаться добраться до вертолета. Короче, чтобы было все понятно, смотрите это видео до конца внимательно. Но не только смотрите, а еще и слушайте. В этом видосике я все расскажу и покажу. Поверьте, это очень прикольный баг. Что ты собрался показывать? Ничего, дедок, тебе сейчас лучше об этом не знать. Давай колись. Не-а. Бобка, он что-то задумал. Иди сюда, будем его пытать. Пытать? Да сейчас, размечтались. Не получится, дедок! Ой, блин! Поймал! Ха-ха-ха-ха! Не туда свернул! Вот, блин, этот дедок, когда надо, он ничего не слышит, глухим притворяется. А когда не надо, так он все слышит. Капец, он хитрюга. Так, ребят, чтобы добраться до вертолета, нам надо забрать ключик у деда от комнаты охраны. Затем мы соберем картинку, чтобы открыть первую дверь. Затем пройдем испытание и откроем вторую дверь. Блин, вот дед и бабка намудрили. Спрятали вертолет так, чтобы мы до него не добрались. Но ничего, мы сейчас все провернем. Кто тут лазит на моей кухне? Тут никого нет, бабка. Ха-ха, получай, отдохни. Дед, бегом на кухню. Ты чего, бабка, есть приготовила? Да, блин. Блины? Ха-ха, дед, какие блины? Золотистые, с маслицем. Дед, блин, да какие блины? Мы на диете. А бабка все дедом голодом морит. Бабка, ты чего так танчишь? Дед на меня наступил и руку защемила. Нет, бабка, не надо. Го отсюда, пойдем откроем комнату охраны. Открываем двери и давайте заберем часть картины. Ведь чтобы пройти дальше, нам надо собрать картину. Одна часть у нас есть, осталось еще 2 найти. Где же они могут быть? Надо все хорошенечко обыскать. Посмотрим, что в потайном проходе спрятано. Так, там ничего, что нам нужно. Давайте сбегаем и заберем лом. И побежим на улицу. Посмотрим, что там спрятано. И по дорожке как раз будем проверять шкафчики. Может, там тоже что-то найдем. А может и нет, кто его знает. Так, посмотрим, что тут спрятано. Тут пусто. Гоу дальше. Открывать ящик на улице. Открываем. А это канистра. Забираем ее и оставим в комнате охраны. И побежали дальше. Обыщем бабкину спальню. Может, она там что-то припрятала. Скорее всего. Опа, а тут гаечный ключ. Отлично. Попозже заглянем кнучку-паучку. А что вот в этих шуфлятках спрятано? Проверим-ка. Крутяк, тут ключик от дробовика. Так и знал, что бабка тут что-то ценное спрятала. Заберем гаечный ключ и откроем двери, чтобы нам был проход. И сейчас прыгаем вниз. Пойдемте, заглянем к внучку-паучку в гости. А то он совсем заскучал, наверное. Куда собрался? Закроем дверь. Ха-ха, прямо перед носом. Капец, я в ловушке. Ты что творишь? Получай. Ха-ха-ха. Да блин. Вот блин, это называется сходили в гости к внучку-паучку. И бабка тут как тут появилась. Будто знала, что мы собираемся к нему идти. Но ничего, мы сходим к нему чуть попозже. А сейчас займемся поисками частей для картины. Сначала надо выманить дедка. Ведь он явно у себя в комнате сидит. Дедуль, ты где? Ты что хочешь? Тебя увидит, дедуль. А сейчас побежали через его комнату наверх. Ребята, всем, кому интересно, чем я занимаюсь в реальной жизни, подписывайтесь на мой инстаграм. Там я выкладываю фоточки и видео из реальной жизни. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Загляни. Так, оставляем ленту в комнате охраны. И давайте сбегаем на кухню. Заберем шокер. Он нам пригодится. Ничего ты не заберешь. Блин, бабка, откуда ты взялась? Тьфу ты на тебя. Испугала прям. Дед, сюда. Валим отсюда. Кукусики, ловлю его. Оу, дед, капец, валим отсюда. А сейчас Гу возьмем дробовик, чтобы они от нас отстали. И мы спокойно все предметы нашли. Открываем дверь. Ну давай быстрее открывайся, пока бабка и дед не прибежали. Так, отлично. Пролазим и забираем дробовичок. Вот сейчас, бабуль, дедуль, идите-ка сюда. Я вас жду. Только что-то никого нет. Но это как обычно. Сейчас нам приходится их искать. Бабуль, ты где? Дедуль, куда вы спрятались? Я иду вас искать. Не прячьтесь от меня. Я тут. Я тебя поймаю. Ха-ха, попробуй, бабка, отдохни. Дед, где ты лазишь, старый? Иди сюда, лови его! Дед тебя не слышит, бабка! Он же как будто глухой! Ну что-то я в этом сомневаюсь! Так, забираем ключ и гол к внучку! Спустим воду! Привет, Толя, внучок! Эй, ты куда спрятался? Ладно, гол, спустим воду, пока дедок не пришел!
Так, откручиваем гайку. Готово. А сейчас вылазим назад. Внучок, вылазь, проветрись. Хватит сидеть заперти. Бабка, он тут. Сюда. Дед, сюда. Да блин, внучок, с тобой не поболтаешь. У тебя как будто пластинка заела. Валим отсюда. Что ты сделал с внучком? Да ничего мы не сделали. Иди проверь, дедок. Проверю. Только тебя сначала поймаю. А ты попробуй, дедок кердунок. Бабка, ты где? Отдыхает бабка. И ты отдохни. А мы гоу за патронами. На кухню. Забираем? Супер! И сейчас занесем дробовичок тоже в комнате охраны. И оставим его там. Так, оставляем. И сейчас побежали искать эти кусочки картины. Вот и второй кусочек. Забираем и занесем его тоже в комнате охраны. Ребята, вам такой совет. Когда собираете вещи для вертолета или же для прохода к вертолету, оставляйте их все в комнате охраны, если ее уже открыли. Потом будет очень удобно поднимать все это наверх. Так, я где-то тут видел еще кусок картины. А вот и он. Этот дедок так прячет кусок картины. На туалете. Ха-ха, смешно. Так, а сейчас побежали быстренько собирать картину и открывать проход. Вот, к вертолету! Гоу-гоу-гоу! Поднимаемся наверх! Так, и идем устанавливать картину. Так как все кусочки для картины находятся внизу около лестницы, мы сейчас ее быстренько соберем. Я надеюсь, нам дед и бабка не помешают это сделать, потому что они еще дрыхнут. Ха-ха! А пока они спят, мы займемся спортом. Надо подкачаться, надо подкачаться. Ха-ха! Вот я люблю заниматься спортом. Бегать, прыгать. А вы, ребята, любите заниматься спортом? Если же да, напишите в комментариях, чем вы любите заниматься. Ну, может, во что-то играть. Например, футбол, баскетбол, волейбол, карате, ну и так далее. А может, любите просто бегать и прыгать, как я. Так, а сейчас забираем канистру. И поднимаемся тоже наверх. Блин, а канистра же нам не понадобится. А почему, спросите вы? Скоро все узнаете. Так, спускаемся вниз и забираем дробовичок. И сейчас поднимаемся наверх, чтобы собрать картину и пойти дальше. Ну что, давайте-ка побегаем. Гоу-гоу-гоу! А сейчас берем дробовичок и пойдем проходить дальше. Испытание. Ребятки, мы уже близко. И совсем скоро я вам покажу и расскажу, как сделать баг телепорта. Ребята, если вы знаете какие-то баги, приколы или лайфхаки в игре Гренни, то пишите мне в комментариях под этим видео. Самые прикольные будем проверять. Ведь это же весело, не правда ли? Так, мы прошли испытание. Дверь открыта. Пойдемте, пройдем к вертолету. И сделаем мы это без предохранителя. Многие мне писали в комментах, что эту ловушку можно пройти и без него. И вам за это спасибосик, ребята. Итак, для этого мы открываем ловушку и ждем, пока она закроется. Готово. И вот сейчас можем пробежать. Есть, получилось. Вот и все. И предохранитель нам не надо. Ну круто же. А сейчас мы откроем дверь и гук внучку за гранатами. Они нам пригодятся для этого бага. Прыгаем вниз. Куда это ты собрался? Отдохни, бабка. О, блин, промазал. Капец. Все, ребятки, мы открыли проход к вертолету. И сейчас пришло время рассказать и показать, как сделать баг телепорта. Для этого нам надо граната и вертолет. Для начала побежим к внучку за гранатами. Стой! Блин, дед там внучка караулит. Ничего, мы его обманем и быстренько бежим вокруг. Дед не такой уж быстрый. Пока он доковыляет до нас, мы все сделаем. То, что нам надо. Так, заходим к внучку и забираем гранату. Положи, это мои игрушки. Ну ладно, лови. Ничего себе, у тебя игрушки серьезные прям. Внучок-паучок, поиграй. Ха-ха, привет, Слендерина. Давно тебя я не видел. Ладно, мне надо ребяткам баг показать. А сейчас гоу наверх, к вертолету. Ребята, я вам покажу баг телепорта. А еще покажу, как можно с помощью этого бага погулять в конечной сцене. Ах да, погулять получится только в сцене, где бабка закрывает нас возле двери решеткой и шандарахает током. Чтобы попасть именно в эту концовку, надо проиграть в Гренни 3 раза. Сейчас нам надо встать так около вертолета, чтобы появилась в верхнем правом углу иконка «Залезть в вертолет». Вот такая, посмотрите. И далее все просто. Сейчас нам надо себя грохнуть. Бросаем гранату и ждем. Гудбаюшки! Получилось! Смотрите, ребята, в правом верхнем углу у нас забагалась нужная нам иконка вертолета. И если мы на нее нажмем, то мы телепортируемся к вертолету. И это и есть баг телепорта. Сейчас я вам покажу, как он действует. Только для начала нам надо взять гранату. И да, кстати, на иконку можно нажать только 1 раз. И если вы хотите повторить этот баг, то надо проделать все то же самое еще раз. Пока у вас жизнь не закончится. Столько можно и делать. Взяли гранату и вот сейчас нажимаем на иконку. Опа! И мы уже внутри ласточки! Ну круто, правда же? А сейчас, чтобы погулять в конечной сцене, нам надо повторить этот баг еще раз. Так, для этого становимся около вертолета, иконка есть, и бросаем гранату. Ба-бах! И вот как только мы появились, сразу нажимаем иконку. И мы снова оказались около вертолета. И сейчас бегом побежали вниз. Это надо сделать как можно быстрее, чтобы конечная сцена не закончилась. Именно по этой причине мы не можем попасть в другие конечные сцены, так как они заканчиваются, и мы не успеваем туда попасть. Вау, бабулька в шоке от того, что нас там нет. Ха-ха, круто. И получается, они нас не поймали. Прикольно.
пока его не исправили. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, что мне пишете. Я это очень ценю. И если ты не попал в этот видосик, то не расстраивайся. Напиши коммент под этим видео, и, возможно, тебе повезет, и ты попадешь в следующее видео. Я надеюсь, вам понравился видосик. Оцените его. Поделитесь этим видео с друзьями. А на этом все. Всем пока-пока!